На сегодняшний день мы можем оперативно в течение нескольких минут, не превышая того срока, который отведен для регистрации и обслуживания граждан, проверить ту или иную документацию, которая предъявляется для регистрации, тем самым оказать услугу по регистрации транспортного средства гражданам, либо отказать в ней. Аннулировать повально все транспортные средства, регистрации всех транспортных средств, в которые были внесены изменения, госавтоинспекция не собирается. Каждой таможенной декларации, получать ответ по каждой таможенной декларации, конечно, и...